Послание к филиппийцам святого апостола Павла. Глава первая. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть признаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Глава вторая. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли,
имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертвою служения веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 346-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 57-й книги Библии «Послание апостола Павла к филиппийцам». Отрывок для чтения на сегодня – первые две главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отрывок, который содержится во второй главе послания филиппийцам, в стихах с 5 по 11. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе.
он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Этот отрывок содержит колоссальнейшую благую весть для всего человечества. Он рассказывает о подвиге Иисуса Христа. Посмотрим, чему он может научить нас сегодня. В 5 стихе 2 главы послания Филиппийцам написано: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Слово «чувствования» в современном русском языке практически не используется. Давайте посмотрим, какое слово использовал апостол Павел в оригинале. Перед нами греческое слово «фронео». Дословно оно означает «думать, иметь в разуме». Вот как этот 5 стих звучит в переводе «живой поток». «Пусть будет в вас эта мысль, которая была и в Христе Иисусе». А в переводе Кулакова: «И на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса». Речь таким образом идет не столько о чувствах, а о мировоззрении, о мысли, о взгляде, о жизненной позиции. Чувства редко могут быть надежной основой для поведения. Апостол Павел призывает именно к формированию надлежащего мировоззрения. Вот как об этом написано в 1 послании Коринфянам, во 2 главе, в 16 стихе. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Итак, 5 стих содержит призыв «быть подобным Иисусу Христу». В конце этого стиха стоит двоеточие, и далее, начиная с 6, идет рассказ о том, в чем именно следует Иисусу Христу подражать. Читаем 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». 6 стих описывает, кем Иисус Христос был, описывает то, что богословы называют «предсуществование Иисуса Христа», описывается время до Его воплощения в человеческую плоть. Сказано, что он был образом Божьим. Слово «образ» по-гречески «морфе» во-первых означает «природа», потом «форма». Апостол Павел таким образом говорит, что Иисус Христос обладал божественной природой. Далее сказано «не почитал хищением быть равным Богу». Слово «равным» очень интересно. В оригинале, в греческом, здесь используется слово «исос», которое означает «равный», «одинаковый», и используется, например, в русском слове «изометрия», то есть «равной меры». Он вот такое равенство с Богом не почитал хищением. Что означает эта фраза? Послушайте, как она звучит в современном переводе Российского библейского общества. «Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом. Он не стремился во что бы то ни стало сохранить за собою этот статус». Следующие 2 стиха, 7 и 8, во 2 главе послания Филиппийцам, продолжают рассказ дальше. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Написано в 7 стихе. Рассмотрим слово «уничижил». В подлиннике здесь используется глагол «кеноо», который означает «лишать силы», «делать незначимым», «неэффективным», «отдавать» или «откладывать в сторону то, чем некто обладает». Вот что сделал Иисус Христос. Он уничижил себя, он опустошил себя, он отложил в сторону присущие его божественной природе качества, и вместо этого принял образ раба. Слово «образ» здесь точно такое же слово «морфе», что использовалось раньше для описания его божественной природы. Теперь это же самое слово описывает его человеческую природу. Он, будучи по природе Богом, стал по природе человеком. И для описания этого процесса воплощения Священное Писание в этом стихе использует 3 слова. Во-первых, «приняв образ раба». Во-вторых, «сделался», то есть «стал подобным человеком». И 3-е слово «по виду став как человек». Здесь используется греческий глагол «эуриско», что означает «находить», «обретать». Используемые здесь слова описывают основательность произошедшего в природе Иисуса Христа процесса. Он не притворился человеком.
он не накинул на себя личину человека. Произошло изменение природы. Бог стал человеком. Само по себе уже это есть удивительная благая весть. Безграничный, всеведущий, всемогущий Господь стал одним из нас, стал частью человеческой семьи, явив таким образом свою любовь к нам. Но это еще не все. В следующем, 8 стихе 2 главы послания Филиппийцам написано: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Став человеком, он полностью продемонстрировал послушание воли Божьей. Как написано в 4 стихе 4 главы послания к Галатам: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону». Он полностью во всем был послушен воле Божьей. Актом послушания также была для него смерть. Сказано: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти». Смерть Иисуса Христа была проявлением послушания воли Божьей. Это было частью Божьего плана спасения человечества. И этому плану Иисус Христос был до конца и во всем послушен. Но это была не просто смерть. Это была смерть крестная, смерть позорная, смерть мучительная. Таким образом, Иисус Христос проделал путь. Будучи превыше всего и всех, Он стал ниже всего и всех. Он уничижил и смирил Себя и отдал жизнь Свою ради нашего спасения. Далее, в стихах с 9 по 11, во 2 главе послания Филиппийцам, описывается обратный процесс вознесения Иисуса Христа на надлежащий Ему пьедестал. «Посему сказано: и Бог превознес Его, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Когда завершился путь нисхождения Иисуса Христа, настал черед действовать Богу. В первой главе послания Ефесянам, в стихах с 19 по 22, об этом сказано так: «По действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всех». Превознесение Иисуса Христа началось, во-первых, с Его воскресения Божьей силой. Далее Он вознесся на небо, где был посажен на трон, и эту власть признали духовные существа во вселенной. В первом послании Петра, в 3 главе, стихи 21 и 22 об этом говорят так: «Воскресением Иисуса Христа, Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились ангелы и власти и силы». Итак, Бог превознес Иисуса и дал Ему имя выше всякого имени. Однако, на данный момент еще не все жители вселенной признали Его владычество. На земле по-прежнему существуют люди, которые не признают Иисуса Христа в качестве Бога. По-прежнему не желают смириться также дьявол и его ангелы. Однако, весьма скоро настанет момент, когда все сознательные существа во вселенной преклонятся перед именем Иисуса. Это всеобщее будущее признание описано отчасти в 5 главе книги Откровения, в стихах 13 и 14. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Настанет день, когда перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Настанет день, когда превознесение Иисуса Христа достигнет своей надлежащей наивысшей точки. Все это апостол Павел написал для того, чтобы научить нас следующему. 5 стих 2 главы послания Филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Удивительный, радикальный путь уничижения и смирения, который проделал Иисус Христос по причине Своей великой любви к нам, пробуждает в человеческом сердце желание подражать Его подвигу. И именно к этому призывает нас Священное Писание. Пример Иисуса Христа
одновременно показывает и Божьи параметры величия. Когда Иисус Христос смирился, Бог его превознес. И это гарантия для нас. В первом послании Петра, в 5 главе, в 6 стихе написано: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Формула подлинного величия заключается в следующем. Смирение, уничижение не унижает величия, но, напротив, является его наивысшей демонстрацией. Бог возносит смиренных. Смиренный живет беззаботно, потому что он отдал в руки Божьи вопросы своего величия. А у Господа есть множество путей, которые он может использовать, чтобы вознести достойных величия. Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос, всем обладая, всего лишился. Он совершил нисхождение, искупил нас, и затем совершил восхождение назад. В этом суть Евангелия. Это удивительный образец для подражания. Это формула величия, и это благая весть.